Здрасте. Вечер добрый. И у нас 16:45, 50 минут, вечерняя. Сегодня пятница. Мы сегодня будем все проходиться. Короче, первая проходка у меня за этот год. Чувствую себя хорошо. Не знаю, что будет с пацанами. Сейчас будем поспорили, переспорили со всеми. Сейчас не знаем, как будет. Короче, очень боюсь, переживаю. Мы будем, наверное, бороться до последнего. В общем, вот этому молодому человеку я дал 10 фунтов. Он является моим учеником. Будет со мной на помойке. Видите, уже у него подмышки потеют. Он уже боится меня. Русике. Его зовут Рустем. Вообще сильный парень, ну не знаю. Короче, у нас 1-1 по счету. Он говорит, давай, Люку, давай, здорубимся. Я говорю, ладно, давай. И Дениска у нас есть. Этому человеку я дал 5 фору. Динька. Так как он самый сильный. Сейчас пока ему даю 5 фору. Ну, а я пока самый слабый и раздаю фору. Раздающий фору, так сказать. Что еще добавить? Тренировка должна быть интересная. Духа захватывающая. Результат. Сказать результат, ну, я подумаю. Сколько я подумаю? Говори, говори, что ты. Я боюсь даже, что-то предполагает. Ну, 155-190. Давай, мы заснимем. 155-190, я думаю, что мы сможем поднять. Но этого будет мало для того, чтобы выиграть вот этих двух кабанов. Володь, сколько я сегодня подумал? Как ты думаешь? 58-203. Обалдеть. Вот глаз алмаз. Вот глаз алмаз, блядь. 58-203. Ну, если честно, если надо будет, будем поднимать сколько. Пока разминка, спокойно, не торопясь, аккуратно. Надо размяться хорошо. Проходка первая, на самом деле, за все время. Получается, после Лондона первый раз делаем до максималки. Ну, хорошо, давай. Всем передаю привет большой. Казахстан, мир, США, Америка, Великобритания, все, весь мир. Всем большой привет. Удачи. Stop, we brought it to the...
60 килограммов. А пока в целом в команде на третьем месте. Кандыр был 65. Алмаз. А, я на втором. Мы с Алмазом по 155, Вова 150. Короче, ну сейчас толчок самый интересный будет. 100 раз я подходил эти 160. Ну никак. На следующую пятницу я ее спрашиваю. Точно вырву. Я же хотел 155 выбрать. А что мой главный соперник был? Хой. Вот этот. Хулиган. Говорят, очень на меня похож. Сейчас мы с ним будем рубиться. Мы с ним поровну, я ему 5 фору дал. Итого надо мне, он меня легче. Мне надо на 6 килограмм, короче, больше толкнуть. Понятия не имею, что будет. Ну, этого я, наверное, обыграю все. На 3 килограмма сейчас я от него стою. Ну и, конечно, я буду бороться за абсолютку. Все. Я толкаю. Thank you.
закончился у нас. Закончились классические упражнения. Проходочка наша. В общем, подводим итоги. Первое место занял Искандер у нас. 165-190. Уроженец категории 105. В общем, вот. Второе место почетное. Ваш покорный слуга, так сказать. Я! Вы не представляете, как я счастлив. Я наконец-то догнал этих компанов. Поднял я 155-199, так как я еще на запашке, и в общем. Вот это еще предстоит много, всего-то прошло ничего. Сколько я занимаюсь? С декабря месяца с Америки. И вот сейчас мало, 155-190, сами видели, 60 было рядом. 99, я два похода, 96-99. Так сказать, еще не притолкался. Все. Третье место занял у нас почетная Алмаз, да? Алмаз тут я же знаю. Серебряный призер чемпионата мира 2013 года. Больше 94 категории. Третье место занял маленький жирненький рус. Мой ученик. Четвертое. Да, он четвертое. Я его просто упустил с виду этого маленького. И он толкнул 199. Вырвал 147. Так как я два подхода смазал, тренера мне не дали 202, но я думаю, смысла не было. Сегодня такая была опасная тренировка на самом деле, я ее понимаю все. Немножко даже где-то непрофессионально были подходы, но когда нужны результаты, тогда нужны результаты. Ну, остальное, в принципе, уже не будем. Вова, пока настраивается, Седов, он только... А где самый главный твой соперник? А самый главный мой соперник, это Дениска! Пошли давай, Дениска! Я ему уже поставил шалобаны, я не буду там при людях это делать. Ну вот этот человек молодой, сегодня проиграл и до сих пор не может понять, как. А вот этот маленький, я на него злой. Он меня выиграл. Ну, Денис, молодец, я думаю, что... У него все были шансы на победу, на самом деле были все шансы. Ну, чуть-чуть не реализовал себя, психологически не смог устоять. Потому что я всех контролировал, всех, даже Алмаза контролировал. Я знал, что он, как он пойдет. После рывка, я думал, он не будет байговать, но он пошел, я его как, но вот этого я оставил, Вову я освободил, расхлябанный, 60-70. И, в общем, вот такая вот у нас игра, теперь следующая проходка где-то через месяц, сейчас мы, завтра мы выезжаем в другой город под названием Спала, но это Олимпийский центр, и мы будем там заниматься, насколько я понимаю, со сборной Польши. На сборной Польши будем пахать, это вообще интересно, 100 раз, представляете? Кто там? Бартоломей Бон, Андрюша Челинский, кто там? Подскажи мне, Толяся, короче, лучше, ребята. Да? Там будет лучше. Марчин Долега. Марчин Долега, да. Ну, Арсен Касабиев, наш очень близкий дружище, золотой человек. Короче, будет интересно, и я думаю, там много результатов и рекордов полетят. Так еще работаем. Приседания на груди. 195 подходов по 15.